www.gov.ru. Вот, у тебя открывается сайт Роскомнадзора. Вот, соответственно, у тебя есть вот единый реестр. Вот ты, у тебя вторая вкладочка серая, видишь, прием сообщений, да. Значит, ты вот мотай вниз. Вот здесь есть поле, вот эти поля надо заполнять. Значит, первое, сюда ты вставляешь ссылку с вот этого сайта, где продается, да, там, курительные смеси. Дальше ты выбираешь тип, что это, веб-сайт, там есть, там это, скорее всего, форум надо выбрать. Там. Пропаганда наркотиков. Да, пропаганда наркотиков, а там, где веб-сайт, там у тебя форум. Так, веб-сайт. У тебя это форум, потому что, да? Есть там форум, да? Форума я не вижу, есть веб-сайт. А, только веб-сайт. Значит, веб-сайт. А, вот чат-форум. Да, 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 да. Значит, что у тебя там есть? Фото, изображение есть? Нет, только текст, да? Да. Все, выбираешь текст. Значит, доступ свободный же, да? То есть, да, никаких паролей, ничего нет. Значит, дополнительная информация. Ну, там можешь написать, там, не знаю, там, распространение наркотиков, там, спайсы и так далее, что-нибудь такое. Ты по-английски сейчас пишешь? Ну и все. Место U, точка. Угу. Ну все, курительные смеси, да. Угу. Значит, заявитель, дальше все по себе. Вот прям можешь смело писать фамилии, имя, отчество свои, потому что тут все как бы как это держится в контроле, там никакие данные никуда не уйдут. Дальше год рождения. Достаточно только года, чтобы тебе было 18. Значит, дальше, ну там место работы, можешь писать стоп-наркотик, потому что они тогда активнее реагируют. Ну, у нас есть соглашение просто с ними. Через пробел, да? Не, в одно слово прямо. Они так активнее реагируют на эти, быстрее присылают ответы. Страна Россия, регион Ставрополь, соответственно, там. Ставрополь? Ну, можешь Ставрополь просто написать, как город даже. Значит, e-mail свой, тебе на него будет приходить ответ, соответственно, о статусе, там, заблокировано или нет, там. Вот, снизу ставишь галочку, направлять по почте, по электронной, да, потому что иначе, если тебе будут писать по почте России, ты будешь там веками ждать ответа. Все, вводишь этот вот проверочный код. 5-1, а дальше что? 4? 4-7, да. 6-8-4-5. 7-6-8-4-5. Направить? Все, направить обращение. Отправляй. Все, твое обращение принято.